Всем привет! Сейчас уже хотел ложиться спать. Ну как спать? Включить какой-нибудь фильмец. И сегодня, гуляя в лесу, я, похоже, вспомнил фамилию этого мусора. Но это не точно. Просто мне почему-то в голову пришла фамилия Беляев. Но, ребят, это не точно. Но что-то так вот, мне кажется, что это именно его фамилия. Вот. Ну и вообще поговорить хочу, поскольку вся эта канитель длится с детства, вы только вдумайтесь, что эта шваль в погонах делала. То есть, по сути, он вместо того, чтобы работать, там, заниматься какими-то делами нормальными, он пытался подставить ребенка. У меня это даже в голове не укладывается. Сегодня я опять общался с матерью. Нормального диалога нету. Что она мне сказала? Что я должен бояться, что я пуганный. То есть вот такие она мне вещи говорит. То есть никакого диалога нормального выстроить не получается. То есть, кто не в курсе, кто только наткнулся на видео, то смотрите предыдущие видеоролики. Но кто не понимает, в принципе, я поясню, что меня с детства пытаются мусора подставить. И семейка моя в этом им помогает. В общем-то, будет, наверное, небольшой видос. Просто решил с вами поделиться. Просто, когда до меня это все дошло, я вот сейчас хожу, гуляю, встречаю людей, знаете, такое ощущение, как будто ничего не происходит. То есть мама делает вид, что ничего не происходит. Сейчас я тут, у меня экран просто погас. Типа все нормально, как будто это забудется, либо... Хотя я сказал, что ну, это никак не забудется, мириться.
То есть я ей сегодня сказал, что выход один, отдать мне деньги, мою долю, и все. А она мне приедет, там, типа, вот сестра, будешь договариваться. Я говорю, о чем договариваться? Ну, вообще, о чем-то с этими людьми договариваться. Ну и, в общем-то, что-то, наверное, буду заканчивать. Наверное, буду заканчивать, потому что уже время поздно и вроде высказался. А я просто что-то иду такой сегодня, незначай, в лесу, иду, прогуливаюсь, прогуливаюсь. Хопа, почему-то эта фамилия всплыла. Может быть и не его, но мне почему-то кажется его. Я не знаю, она просто так. Хоп, она. И все, поэтому. Даже если и не его, ничего страшного. Все равно хотел выговориться и пообщаться немного. В общем-то, на этом все. Всем пока.